Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Мы сейчас выполним упражнение 4 на странице 5 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Прочитайте пословицы, которые помогут вам в общении с друзьями. Как вы их понимаете? Советуем вам записать и запомнить их. Первая пословица. На добрый привет дай добрый ответ. Когда к тебе люди относятся по-хорошему, ты также должен ответить им этим же. Запишем эту пословицу. На добрый привет дай добрый ответ. Петь хорошо вместе, а говорить порознь. Когда люди поют песню, то очень хорошо, когда они это делают вместе, дружно. А вот если люди вместе будут говорить, то они друг друга просто не услышат. Поэтому говорить лучше по одному. Запишем эту пословицу. Петь хорошо вместе, запятая, а говорить тире порознь. Сначала подумай, потом скажи. Эта пословица говорит о том, что человек должен думать то, о чем он хочет сказать. Обдумать то, что он собирается сказать другому. Сначала подумай, запятая, потом скажи. Недоброе слово больнее огня жжет. Люди очень болезненно иногда относятся к тем словам, которые им говорят другие. Поэтому, если это какое-то плохое слово, то оно надолго запоминается, и человеку от этого больно, так же, как больно от огня. Недоброе слово больнее огня жжет. Записываем эту пословицу. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.